Арджун, проснись. Уже утро, Арджун, проснись. Все стражники ушли. Идем скорее. Постой. Мне кажется, что-то не так. Это с тобой что-то не так. Сиди здесь, если хочешь. А я пойду. Пока. Проснись. Открой глаза. Я принес тебе чай. Угощайся. Наслаждайся моментом, пока можешь. Проснись. Он тут спит. Проснись, а то королева тебя увидит. Нет, не просыпается. Лал? Лал? Похоже, он без сознания. Лал? Лал? Убили. Убили. Стражника убили. Убийство! Попей водички. Держи. Я прошу вас обоих покинуть этот дворец через 10 минут. Ваши вещи уже собраны. Больше вы не задержитесь здесь. Санукта. Ваше Величество, это невежливо. Ты же знаешь, что они наши гости, а Арджун – сын господина Сингании. Он сын господина Сингании? Но это не дает ему права так себя вести. Вы здесь в гостях и должны соблюдать приличия. Я не позволю ему дурно влиять на Приамваду. Не позволю. Ваше Величество, не злитесь. Они еще дети. Они совершили ошибку. И, кстати, виноват не только Арджун. Приамвада тоже покинула свою комнату. Ты будешь моей, Прия? Арджун во всем виноват. Если бы я не встретила его, нам не пришлось бы прятаться. И мама бы нас не увидела. Интересно, что она обо мне подумала? Хотя это не важно.
Вместо того, чтобы думать о маме и Арджуне, лучше я вспомню мгновения, проведенные с Прэмом. Я хочу думать только о нем. Прэм, я люблю тебя. Прэм, я тебя люблю. Подумайте, Ваше Величество, если Арджун и Прия будут проводить больше времени вместе и познакомиться поближе, это лучше для нас. Мы же хотим, чтобы Приямвада вышла замуж за Арджуна. Молчать! Не вмешивайся в жизнь моей дочери. Я сама знаю, что для нее лучше. Я никогда не отдам свою дочь такому невоспитанному человеку. Но, Ваше Величество, что случилось? Лучше не спрашивай. Ваше Величество, я знаю, что не стоило нам выходить ночью на террасу. Если вы злитесь из-за этого... Нет. Ничего не желаю слышать. Все во дворце должны слушаться моих приказов. И я приняла решение. Ваше Величество, я прошу прощения. Молчать! Если бы ты не был сыном господина Сингании, то понес бы суровое наказание за то, что нарушил правила моего дворца. А теперь вам лучше уйти отсюда. Прия! Прия! Прия, сегодня произошло что-то странное. Что случилось? Прия, они... Они оба... Они... Да что с ними не так? Прия, они уезжают. Приказываю вам проследить, чтобы эти двое уехали из дворца, ни с кем не встречаясь и ни с кем не разговаривая. И ровно через 10 минут. Если нарушите мой приказ, все будете уволены сегодня же. Thank you.
Мама, они уезжают. Пожалуйста, мама, останови их. Мама, останови их. Мама, я не хочу больше жить в этом дворце. Он душит меня. Я не могу больше соблюдать все эти правила. Я не могу так жить. Мама, они уезжают. Почему? Почему ты меня не слушаешь, мама? Я больше никого не буду слушать. Я следовала всем указаниям целых 18 лет. Но теперь вы послушайте меня. Я буду делать все, что захочу. Не смей в таком тоне говорить со старшими. Извинись перед ней. Я приказала тебе извиниться. Не испытывай мое терпение. Иди к себе. К себе? Зачем? Не хочешь меня слушать? Не хочешь говорить со мной? Ты никогда меня не слушала. Ты хочешь контролировать мою жизнь. Я плясала под твою дудку все 18 лет. Я ложусь спать по твоему приказу. Просыпаюсь по твоему приказу. Смеюсь по твоему приказу и даже плачу, тоже по приказу. Разве у меня нет чувств? Или тебе на них наплевать? Все эти годы ты контролировала каждый мой шаг. Ты постоянно указывала мне, что делать. И какой реакции ты ждала?
Теперь я хочу сама принимать решение. И запомни хорошенько, ты можешь контролировать меня физически, но мои мысли тебе не подвластны. Ты переходишь все границы. И буду переходить. Я буду переходить границы. Ты моя дочь. Ты не смеешь со мной спорить. Дочь? У нас никогда не было отношений, как у матери с дочерью. И уже не будет. Ты никогда не считала меня дочерью. И для меня ты королева. Только королева. Пожалуйста, открой дверь. Прия! Прия, открой дверь! Суман. Принцесса? Принцесса, откройте дверь. Зачем вы закрыли дверь, принцесса? Принцесса? Принцесса. Не надо, Митили. Это ее наказание. Никто не будет говорить с ней сегодня. Принцесса пользуется нашей любовью к ней. Пусть посидит, подумает над своим поведением и извинится передо мной. Ударила Прию? Ты забыла, что ей уже исполнилось 18? Я ударила ее за дело. Она мне нагрубила. И это ты во всем виноват. Санукта, нельзя так поступать с Прией. Ты слышишь? Ты понимаешь, как ей больно? Теперь уже никто не сможет остановить катастрофу, которая надвигается на наш дворец.